Принять участие в конкурсе «Сердце отдаю детям» Олег Васенькин решил сразу, как только ему предложили. Мужчина уже 10 лет преподает игру в шашки во Дворце детского творчества. За это время его воспитанники неоднократно становились чемпионами области и России, кандидатами в мастера спорта. По мнению Олега, участие в конкурсе поможет ему реализовать новые планы и идеи. Я думаю, что участие в этом конкурсе поможет мне и руководству Дворца детского творчества привести новых ребят, новых способных звездочек, которые и дальше будут заниматься в нашем объединении. Олег принимает участие в физкультурно-спортивной номинации. Педагогу предстоит записать видеовизитку, разработать программу работы с детьми и отправить ее в Нижний Новгород. Помогают Олегу записывать ролик коллеги по работе. Ролик мы снимали для того, чтобы немножечко рассказать, а кто он такой, Олег Васенькин. Подполковник Советской армии, Красной армии, или как я говорю. Либо это кандидат в мастера спорта по шашкам, или это человек, увлеченный своим делом, это педагог. Какой он? Для того, чтобы его во всей красе представить, мы немножечко придумали тут кое-какие идеи и снимаем сейчас такой сюжет. В этом году конкурс проходит на региональном уровне. И если работа Олега Васенькина займет призовое место в Нижнем Новгороде, то ее отправят в Москву, где пройдет финал конкурса «Сердце отдаю детям». Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.